Выпускники с волнением встретили этот день. В этом году школу закончило 547 кставчан. Не один час готовились к празднику девушки и юноши. Каждый пытался сделать свой образ неповторимым. Своими впечатлениями с нами поделились молодые люди, носящие гордое звание «выпускник». А, очень классно, круто, у меня очень сильно бьется сердце, трясут ноги, я очень переживаю. И все хорошо. Это вообще, на самом деле, сложно передать словами, особенно после того, как надеваешь бабочку, опаздываешь сюда на 20 минут, летишь, застегиваешь эту ленточку, но, на самом деле, чувство переполняет, потому что огромный, может быть, самый большой и самый интересный этап в жизни пройден. Традиционным шествием ребята проследовали от Дворца культуры нефтехимиков до Площади мира. Открытием праздника стало поднятие алых парусов, символа исполнения желаний и воплощения надежд. Ребята прощаются со школой, и впереди их ждет взрослая нелегкая жизнь, требующая усердия и терпения. С приветственным словом выступил Юрий Конюхов, глава администрации Кстовского муниципального района. Это праздник тревоги и веселья, радости и печали. Мне хочется пожелать в связи с окончанием школы вам успешного и счастливого будущего. Вы его достойны. Не забывайте при этом свою родную школу и своих учителей. С праздником! Всего вам особого доброго! К приветствию присоединились остальные гости, а их на выпускном вечере собралось очень много. Благочинный Кстовского округа иерей Алексей Ёлкин благословил ребят и пожелал им во взрослой жизни являть присутствие добра. Награждение медалистов, активистов и их классных руководителей стало одним из самых приятных моментов. 12 золотых и 17 серебряных медалей получили выпускники в этом году. Счастливый момент награждения завершился золотым дождем. Алые паруса – светлый, радостный праздник, который бывает всего раз в жизни. И если что-то забывается, то этот день и школьные друзья остаются в памяти. Но самое главное, хочется им пожелать, чтобы друзья остались навсегда. И учителей первых никогда других не будет. Поэтому не подводите своих учителей, будьте гордостью Кстова, своих учителей и родителей. Я бы хотела пожелать и в дальнейшем вспоминать, прежде всего выпускникам, вспоминать школьные годы, потому что они, наверное, никогда не повторятся. Это самое светлое, самое радостное есть у каждого из нас. Мечты исполняются, стоит лишь поверить. Отпустив в небо белых голубей, ребята вместе сказали, пусть все получится и желания сбудутся. Заключительным аккордом праздника стал зажигательный танцевальный флешмоб в исполнении выпускников. Мы выдвигаем свои решения, бьемся на скалы, на крест.